Человек, захвативший в заложники посетителей кафе в германском Фрайбурге, обезврежен в результате штурма. Спецназ ворвался в здание после того, как в ходе переговоров террорист повел себя агрессивно и возникла угроза жизни людей. В итоге никто из 12 заложников, среди которых были дети, не пострадал. Сообщается, что преступник был вооружен и имел при себе канистру с бензином. При этом никаких конкретных требований не выдвигал.